Порог гостиницы «Еврокласса» еще не переступала нога туриста. Новоселье персонал справит вместе с гостями, которые через несколько дней заселятся в номера. Цены здесь вполне демократичны. Так, номер класса «Люкс» обойдется в 15 тысяч тенге в сутки. Есть и эконом-вариант. В обычном номере можно поселиться всего за 3 тысячи, причем в абсолютно девственном. Здесь все новое – кровати, текстиль, техника и все необходимые средства гигиены. Встречи гостей у нас уже готовы, 20 гостиниц. 6 из них VIP, расположены непосредственно возле площади. Уже есть список гостей, к нам приедет порядка 1000 человек и столько же артистов. Общественные туалеты, вернее их отсутствие, основная проблема для туристов, посещающих наш регион. В Туркестане они теперь есть. Этот вопрос продумали и установили туалеты за площадью, где ожидается основной поток туристов. Остались последние штрихи – все отмыть после строительства и установить раковину. Здесь на площади мы построили два туалета, мужской и женский. Сантехнику уже практически всю установили, к водопроводу подвели. Остались последние штрихи, но кроме этого мы поставим еще и дополнительные кабинки. Модули уже готовы. Туркестан в ожидании приезда порядка 1000 гостей, включая официальные делегации из 22 тюркоязычных и других государств, преображается с каждым днем. 21 марта состоится торжественная передача Туркестану статуса культурной столицы тюркского мира в 2017 году. Городу по праву считающемуся колыбелью тюркской истории и культуры.